Эй, всем привет, ребят! С вами Ведер, и мы продолжаем проходить Saints Row 4. Так, мы создали персонажа, такой вот дурик ходит у нас. Видит, золотой такой. Golden Boy. Нормально, тигр съел яблоко. Чутко. Ну и что же нам делать? Чё они все по краям стоят? Так, ну идём. Так, вылечить рак или накормить голодающих. Ребят, по-моему, как по мне, болезнь страшнее, потому что голодающие, ну я не знаю. Голодающих, ну как бы, мне кажется, легче, чем найти лекарство от болезни. Блин, еще один дебил. Ты что так башкой вертишь? Совсем дурачок. Так. Сложный путь дать этому хую. Врезать Хисус. Так, ну что ж. Мы ищем легких путей дать этому ую в репу. Чё, блин, еще один. Так, мы идем на вечеринку. Блин, ну я ж на конференции, нет. Я тому в репу и так уже всунул. О! Чувак, респект тебе. Ой. Я покровитель всей Америки, и поэтому нам стоит иметь слова в клятве верности флагу. Это отличный вопрос, да? Джейн. Разве в овальном кабинете? Ой, точно! Ой, ребятки, я штупанул. Мне казалось, что за фигня? Какие пришельцы, оказываются, и пришельцы сюда что-то тоже нападут. Блин, мы сами как пришельцы. А вот и пришельцы! Блин, напоминают, как со Звездных Войнов. Войн так спустились так же. А у меня оружия нету вообще никакого. Здравствуйте, люди. Ты кабан, блин. Сейчас.
Да я встану. Овальный кабинет эти. И пистолет есть. Пошли со мной. Мы что, президент, что ли? Так, во. Вот эта тема. Три, так. Ой-ой-ой. Улетел парень. Так, перезарядимся. Уф. Ой, тут толпа. Расстреляем лысых. Так, перезаряжаемся. Так. Так. Брали еще лысых. Так, ну очередной минус. Еще и не один. Так, это что такое? По идее, нам нужно сюда. Ага, защиту. Вот это четко. Конечно, покрашено во флаг Америки, но понятно. Вот это машина для убийства. Тьфу. Я не понял. А, то есть мне в это нужно. Где еще? То есть сейчас мы, по сути, управляем зениткой. Ну, конечно, этот жест. Ух ты, ух ты, пух ты. Это вы что? Что еще где-то есть? Отлично. Ракеты зарешали, можно так сказать.
Ой-ой-ой. Голден Бой уходит. Прилетел. Так, любите, пошел. Так. Ого, он меня, наверное, выше в несколько раз меня. Я его вообще налегке так поднял. Не так быстро. А, нет, мне показалось, что он намного выше. Что? Блин, да такой башкой можно мне от... Ну, блин, отбить было сразу голову. Ну, конечно, телекинез, да. Ну, уже муж. Пробел. Сказал, чертова жопа, что ли? Все, выключился свет. И фланг святых уже пройдено. Ребятки, ну это, конечно, быстро. Ох, ну я, наверное, буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВК, не будьте там пассивными. И, конечно же, отпишитесь насчет этого видео в комментах. И нравится ли вам эта игра или нет, и продолжать ли прохождение или нет. Всем спасибо за просмотр, всем всего хорошего, пока-пока.